На трибунах становится тише. Третий региональный чемпионат «Молодые профессионалы WorldSkills» подошел к своему завершению. На протяжении двух недель 135 участников из Ивановской области и еще нескольких регионов страны, студентов колледжей и школьников соревновались за звание лучших в своих компетенциях. В текущем году соревнования проведены по 20 компетенциям, 3 из них для юниоров, для школьников. Сейчас будут подведены итоги. Итоги по всем компетенциям мы узнали только ночью, потому что очень сложная система подсчета. Участники до последнего момента не знают, удалось ли им обойти конкурентов и победить. Услышать свое имя во время церемонии награждения мечтает каждый. Илья оказался в числе победителей в компетенции «Дошкольное воспитание среди юниоров». Не сказать, что золотая медаль сама пришла к нему в руки, без борьбы. Были и нервы, и длительная подготовка. Но в итоге жюри оценило его знания и умение по достоинству. Я волновался меньше, чем остальные конкурсанты, и это позволило мне выйти вперед. Я очень горжусь собой, потому что я смог, я победил, и это впервые для меня вот такая честь. Я вообще даже не могу говорить слов, нет. Все призеры определены, награды нашли своих обладателей. Но времени на то, чтобы насладиться вкусом победы, у ивановских молодых профессионалов немного. Уже нужно начинать готовиться к всероссийским соревнованиям. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.